Damn, you're so fine. Ну вот, друзья мои, закончилось наше путешествие. Короткое, но мне кажется, не короткое. Я так насытилась, я так устала, я так плохо спала, боже мой. Но дети так хотят еще вернуться сюда. Смотрите, Сахил апарт-мотель. Вот здесь мы и проживали. И в следующий раз будем все это делать нормально, а не так, как мы вышли и просто с этими чемоданами шли и искали. Вот смотрите, Тулга мотель. Нормальный, приличный. Ну а этот, как я могу сказать, так себе, так себе. Короче. Ну, мы благодарны за то, что здесь в двух шагах море. Видите? В двух шагах море. Прекрасно. Благодарю Вселенную за все. За все испытания, которые вы прошли. И классно провели времяпрепровождение. Правильно, бабуля? Мы хорошо же провели время. Вам понравилось или нет? Скажи честно. Очень понравилось. Ну, вот это вот мне самое главное. Это мой бонус. А я уже как-нибудь... потерплю, потому что это мое сокровище. Счастливой нам дороги. Когда мы ехали сюда, проезд за детей и за нас на маршрутке 360 лир. Сейчас ждем нашу маршрутку. 9:30 нужно было освободить номер. Что мы и сделали. А я с утра сегодня искупалась. Какая я молодец. Пришла на море, 7 часов искупалась. Зарядилась энергией, помылась и все приготовила. Посмотрите, приехали с двумя сумками. А сейчас и мороженое. Мы вчера мороженое не ели. А почему должны оставлять такое мороженое? Положили. Ну и целая сумка причандала. Все, мои дорогие, пока-пока. Вы видите, как бабули проходят будни. Только что готовлю, что, друзья мои. Борщ готовлю в такой тишине. Еле нашли бурак. 36 лир килограмм стоит. Купили манго. Зашли в магазин. Короче, просто так зайти в магазин. Купили, наконец-то, капусту нашли. С трудом. Вот. Приехали и, смотрите, холодильник весь заполнили. Сегодня купили сейчас арбузы. Я купила утром сегодня такой кефир. Мне понравился молоко. Что тут у нас? Шалган. Шалган. Купила сегодня. Что я купила-то сегодня? Боже. Вот такую колбасу, кто живет в Турции. Мне очень понравилось. Мы купили вояж, и мне понравилось. Да. Так, что мы еще купили? Ну, вот у нас все так заполнено. Сыр купили, у нас сыр несколько видов. Так, что же еще хотела? Здесь у меня лежит в этом мару. Она лучше сохраняется. Мари тоже чем-то занимается. Сейчас буду готовить борщ моим деткам. Сегодня я возвращаюсь по другой улице. Смотрите, как стоят дома, как на курьих ножках. Я раньше всегда удивлялась, как так, да? Такая махина. И это... везде так в основном. Вот. Опасно, да, когда землетрясение? Кто-то пришла. Да? Да. Прислали что, деньги прислали? Нет. А что? Не знаю, там кто-то напер. Это не... по-моему. Всем доброе утро, друзья мои. У меня, смотрите, что происходит. Бабуля решила сегодня пожарить внучатам блины. Вот море меня зарядило. Все сидят, ждут блинчиков бабулиных. А также к блинам у нас овечий сыр, еще какой-то сыр, еще какие-то сырики, еще какие-то сырики. И вот лабны. Так, Деми захотел сгущенку и, естественно, сметана. Вот, а Шкему я готовлю
Вот, разлился чай из баклажанов, закуску, и 2 яйца отварила. Колбасу вам сегодня не дам, очень много будет. Дэми вчера чуть-чуть у нас вырвал. А я подожду. Я думаю, что сегодня уже ему лучше. Да, бабуля, тебе лучше сегодня? И муж тоже проснулся очень рано. Все сегодня бабуля, рано. Бабуля, я подожду. Вместе с бабулей. А бабуля сегодня 6:30 проснулась, сделала йогу. Пошла на море, убежала от всех. Ты же вчера вымыла. А я хоть это рано, чем ты. Все, мои дорогие, мы идем завтракать. Вы знаете, чем мы занимаемся? Мы Маре на день рождения купили вот такие вот бусики. Их 3 упаковки. 2 спрятали. И вот на такие резиночки она надевает и делает браслеты. Так вот, вот эту коробку 2 раза уже перевернули. И мы вот сидим 4 часа уже. Это какой-то уже. И тут все ноги как раз или идут, хотят перевернуть. Я говорю, вот осталось чуть-чуть, вот вам надо перевернуть сейчас. Сейчас Маре передаю в руки. Вот бабуля, что делает. Простите, зрители. Вот бабуля. Меня, вот. Я уже одурела, друзья мои. Сегодня утром она на море ходила, да? Угу. Да. Хорошо, что ты от них убежала на море. А я видела, как ты убежала. Вот мы делаем. Я здесь лежу, помогаю, разговариваю с ними, смеюсь. Вот так помогаю им. Ирмочка только что чуть не задела это. Мы ее прибили бы, если она задела бы. Вот. Не поняла. Вот такие. Но игра это, знаете, у нас бесплатно получилось. Ну, Ирма это чуть с собой не потянула все. Индийский чай. Грузинский чай. Все, давай. Бабуля уже нервы такие, что она нас смывает. Ирма, осторожно здесь ходи. Что у нас сегодня на ужин? Детки борщик съели. И у нас гамбургер Ашкин принес. Захотел вот такой Дана гамбург. Тут 8 штук. Да. Или больше. Даже не посчитала, сколько штук. 5, 8, да. И вот такие хлебцы принес. В общем, будем кушать. Я хочу тоже попробовать. Бенбустер. Как они вкусно кушают. Вкусно, да? Для Ютуба снимаем. Мы снимаем и для этого. Фейсбука и для Инстаграма. Дай мне вот этот пакет. Я выброшу мусор. Тарелку хочешь? Зачем? А ну. Смотрите, какая у меня красивая внучечка. Какая она умная, какая она взрослая. Как она бабуле помогает. Она все делает абсолютно. Я только сижу, отдыхаю. Она все делает мне. И посуду перебирает. И стирает, и... Вообще, только в глаз на кухне все делает. И готовит, и все. Не, она стирает. Правильно? О. Правду говорю? Наполовину нет. Вот, я видите, молодец. Я не умею стирать. Ага. Всем доброе утро, друзья мои. Давно мы не снимали вам видео. Утро. У нас видео то море, то кухня. А вот мы сейчас пришли с детьми после моря в парк. И решили вам снять. Как меня кусают мухи. А вы знаете, что мухи кусаются перед дождем? Такая примета есть. Когда мухи кусают перед дождем, действительно, столько мух. Они сожрали. Видите, сожрали. Да, вот видите, кругом мухи, 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 мухи. А сейчас солнце вышло. Закрыло небо тучка. Мы сегодня покупались и быстро ушли, потому что море начало пачкаться. Уже как-то дети, настроение у них пропало. Самое главное, что они покупались, да, и все. Сегодня я планирую делать нам маски, чтобы укреплять волосы. Вчера мне научила подружка маску делать из дрожжей жидких, вот таких, и кефира.
все это перемешать и на полчаса на голову под клеенку, под пакет. Вот буду сегодня делать, укреплять нам волосики. Еще какие у нас планы сегодня? Пиццу будем делать. Вчера так и не сделали, потому что гамбургеры неожиданно начали, Ашкин купил. Вот. Что я могу сказать еще? Смотрят так на меня. Уж неудобно. Вот. Ой, наши приключения не заканчиваются. Мы попали в такой парк, а тут идет, видите, фонтаны включили, поливают растения, и нас всех облили. Видите, какая красота. Мари. Вот сейчас на нас перейдет. Видите, как поливает? Почему все зелено? Потому что вся система здесь такая продумана, придумана. Цветы поливают. Как, какие турки молодцы, да, бабуля? У нас в Батуми тоже это, да? Вот так всегда. Батуми тоже делают? Ой, как классно. 100 лет уже не было в Батуми, кажется. Бабуля, мы на салфетку. Зачем? Вот салфетка у меня в сумке. И бабуля тоже. С внуками. Ой, у нее сейчас на нас будет бабуля. Вот это вода. Бабуля, сейчас на нас будет вода. На нас не будет. Вот так бабуля проводит время со своими сладкими внутятами, моими зрителями. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все эти кармические семена. Смотрите же наши видео и ждите, ждите, друзья мои. Вот так вот нужно проводить время. Благодарю Вселенную и Бога за все, что мне, мои детки со мной. И скоро приедет мой сыночек. Сюрприз! Ради счастливых моментов жизни, глазок моих детей бабуля живет. Не это ли счастье? Разозлили сестру старшую. Ну и классно, высохнешь. Не потный. Да? Не, не потный. А сейчас бабуля будет поливать. Меня тоже полейте, дураки были. Что мы делаем? Кармические семена делаем. Кормим. Сеем. Сеем. Кормим, да, как кошечку. Это уже третья крышка. Бабуль, как ей нравится молочко, давай. Вода. Вода не надо, ей молочко нравится. Опа. Ой, как он. Как ей я нравится. Бутылку здесь оставлю ей. Нет, пойдем. Бутылку не нужно ей. Там есть это. Но мы ей дадим молоко. Как хорошо, что мы купили молоко, да? Не шатай камерой, бабуля. Нет. Увеличиваешь, зачем так? Не увеличиваю, так было. Да? Да. Ранюшка. Я не вру, правда. Вот так, как у... Ашкина так не делается. Ну так, смотри. Ого, сколько молока она. Смотри. Уже почти целое. Слишком светло. Давай еще. Сколько? Это уже пятая и четвертая крышка. Пятая. Пей. Давай еще пятую дадим ей и уйдем. Пятая, пятая. Это пятая? Мари тоже любит молочко. Да, как я. Я кормлю. Ай-яй-яй-яй, чтоб не перевернула она. Нет! Не пьюсь. Файми, как она жадно пьет, она сильно хотела. С детства, наверное, не поели этим. Все? Да, еще нальем и пойдем. Да. Крышку ей оставим, ладно? Угу. На, пожалуйста, мадам. Все, пошли. Вот такую причесочку я сделала Ирмочке. Мы сейчас час сделали маску. Встань, бабулечка, я тебе сниму мою красоту. А не ходи туда, иди сюда, не заступай, там же лекарства дали, иди сюда. Вот так переступай, посмотрите, какая у меня внучечка. Это кто тебе подарил? Она такая красивая, а? Кто подарил тебе? Ты мне купила. Бабуля, скажи.
Вот, сейчас Ашкин их возьмет, а Светлана, а та будет работать с командой. Все. Так, только что мы закончили пить кофе. Расчески, начески. Ой, как я устала, друзья. Выпили кофеек. У меня тут постельки поменяла. У себя постельки поменяла. Постирала. А, у меня стирка идет. Полы перемыла. Видите, стирка идет. Полы перемыла. Тут у меня варится хашлама. Мясо с косточками. Я купила вот такие вот люзбери. Но детям не понравились. Они светлые. Бледные, как моя жизнь. Только моя мама так все время говорит. Так, а где Мари? Мари! Сейчас Ашкин их возьмет с собой. Что вы здесь делаете? Ой, а у меня сколько здесь стирки. Посмотрите, вот это вот. Смотрите, сколько у меня глажки, друзья мои. Вот моя Мари сидит здесь в углу. Мне не помогает совсем. Не гладит. Так, сейчас скоро этот Ашкин. Посмотри, как я Ирмочке красиво волосики сделала, Мари. Вот. Сейчас Ашкин их возьмет, бабуля будет работать. Ой, какая красивая пицца. Боже мой, какая красота. Кулинарный шедевр. А будем снимать. Я сейчас такую игру. Знаешь что? Так. Так, это пончики какие красивые. Это донатс, кстати, это называется донатс. Много донатсов. Это донатсы. Так. Куда понесла? А куда ты, куда ты, куда ты? Сандра так рада. Сандра Радович. Как вы просили, зеленые и красные. Донатсы. Донатсы. Сладкий донатс. Это не сладкий, это. Как красиво. Водичка. Благодарим вас и за заказ. Наггетсы. Наггетсы? Да. Всегда платите за это на карте. Это просто the best. Светик, нарисуйте на карте побольше денежек. Так, давай. Давай. Что нам есть пожрать? Давайте. Зря мы их кушали. Сандра, смотри. Пиццу заря готовили. Огурец. Да. Кетчуп, котлета, салат, салат. Игорь, это забыла, как это здесь фри, называется. Фри? Нет. А что это? Я думала, это картошка фри. Наггетсы. Мясо такое вот длинное. Наггетсы. Шаурма? Что будет, то и будет. Майонез и булка. Положим майонез, можно и наггетсы положить. Наггетсы. Пускай будет картошка фри. Салат вначале. Картошка фри. Котлета. Нарисовать, вырезать. Это просто такой труд. Кетчуп. Нет, огурец. Это креатив просто натуральный. И булка. Хендмейд. Ну вообще прелесть. Браво. Где вода? Где вода? А у нас кола вот. Это у них донатсы. Видишь, она их так на стаканчике поставила. Всем привет. Мы сейчас пришли на море. И здесь я сижу. Здесь мое мороженое. Такое я мороженое взяла. И пепси-кола. И вот сейчас вот села здесь, потому что моя бабуля разговаривает с ее подружкой. Ааа, чуть не попала в камеру. И вот разговаривает с своими подружками, а я здесь сижу, кайфую, кока-кола пью, кока-кола пепси, и мороженка еще должна открыть. И что я сейчас чувствую, там когда волна большая идет, думаю, что сейчас меня обрызгнут. Вот, смотрите, какие волны. Вот это я понимаю. Нет! Вот такие волны, там, смотрите, какая грязь. Здесь голуби там кайфуют. Ваня сегодня малыш вообще с ума сошел. Вспомнила сейчас утром.
бабуля нам кашку села, мы готовились, только мы с бабулей пришли сюда гулять. Вот такое местечко. Там моя бабуля с ее подружками сидят. Вот такое местечко мы пришли заново. Там котельки для меня. Только я одна пришла с бабулей и сказала, что я взрослее, и вот почему я должна пойти вместе с ней. И вот как. Ирма и Деми себе плохо вели. Я сегодня пошла с бабулей. Мы очень-очень торопились. Я 8 часов встала, и бабуля тоже то же самое. Меня 8 часов разбудил будильник. Сумасшедший будильник! И я бабуле сказала, что ты не забыла, что мы 10:30, мы должны уже здесь быть. Она сказала, ой, совсем забыла. Потом в 9 часов мы начали собираться, бабуля нам кашку сделала, и бабуля искупалась. Ашкин проснулся, потом мы ели. Ирма целый час ела. И мы очень-очень спешили. И вот все-таки мы пришли третьей самой. А четвертая пришла сама Катюша. Вот я. Тут пепси-кола. Мы сейчас зашли в магазин, купили мороженое для нас, для подружек бабуля взяла. Чашку взяла. Чашку 10 штук взяла для воды. А мне пепси взяла. Там была маленькая, но бабуля, я не сказала, что там маленькие банки были. Я вот такая взяла. Самое главное, чтобы бабуля не увидела это видео. И вот. Сижу здесь. И думаю, если вы не видите, какая здесь глубина, очень плохо. Там такая маленькая глубина, что даже двухлетний ребенок там поместится, ну, если волны будут. Там прямо далеко пойдешь, и то моего роста будет для Канели вообще. Вон там, где сейчас волна идет, вот здесь вот, если будете стоять, то там для колен точно будет. Я сейчас там вижу глубину. Глубину вижу, потому что там маленькая глубина и как-то это. Как понять, что сейчас вот немножко прозрачное этот море. Значит, она не глубокая вообще. А там, где вон коричневое, видите, вон там вот, где заканчивается полоска, там немножко пока и потемнее, потому что там глубоко. Ой, ё-моё, шопс. Что с птицами? Вот рядом, вот здесь вот пролетели, не видели? Ладно. Ой, глаза светит солнце, ужас, как.